Первые аккорды — непреодолимое волнение, сильнее которого желание быть услышанным. Эти чувства испытали участники первого музыкального конкурса молодых исполнителей Music Festival. Предложение организовать в городе смотр талантов в начале марта ребята озвучили главе округа. Меньше чем за месяц идея получила воплощение. Очень хотелось создать что-то творческое, интересное и музыкальное, потому что музыка – это очень важный атрибут нашей жизни, и очень много ребят у нас в Щелково занимаются музыкой. Организатором фестиваля выступила молодая гвардия «Единой России». Клич о предстоящей битве музыкантов разлетелся по городу. Мы дали информацию в социальных сетях, по знакомым, по различным группам, поэтому все ребята с улиц. Музыка сейчас очень популярна во всем мире, и это наш пилотный выпуск, поэтому все самое интересное, самое крупное будет впереди. Тринити Парк в Щелкове предоставил музыкантам свою сцену. Новое культурное пространство точно отвечало формату Music Festival. Это помещение Столярки, которое было создано в конце 19 века, было частью фабрики «Славия». И сейчас это пространство стало таким штабом городских инициатив для проектов городских команд, для классных ребят, которые хотят что-то менять в городе. Участники, молодые люди от 14 до 30 лет, исполнили известные композиции и песни собственного сочинения. Оценивало творчество жюри, в составе которого были продвинутые музыканты. Все ребята молодцы. Некоторые волновались, некоторые не очень. Что хочу сказать? Мочите, не останавливайтесь. И что мне не очень понравилось, что все вот так подсматривали к тексту. Я понимаю, что вы волнуетесь, но лучше учите тексты заранее, и со стороны это будет выглядеть еще круче. Круче всех, по мнению жюри, выступили Елизавета Киланава и Артем Манеев. Ребята заняли первое и второе место соответственно. Замкнул тройку дуэт Никиты Базникина и Артемия Кровякова. Они же взяли приз зрительских симпатий. К памятным статуэткам прилагались призы, приглашение в студию звукозаписи и месячный курс обучения в школе английского языка. А для нас это определенный пул артистов, которые мы приглашаем на молодежные фестивали, праздники и событийные мероприятия в городском округе и вообще в Московской области в целом. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.